Привет, меня зовут Вика, я дизайнер интерьера и декоратор. И это канал о доме, о том, как его сделать стильным и уютным. Ой, я вас поздравляю, до Нового года осталось 45 дней, это значит, что вот-вот начнется уже эта суета, эти рождественские ярмарки, игрушки, огоньки, повсюду разные блески, красота и дедлайны. Но не об этом сейчас. Сзади меня сидит шведский гном, шведский Дед Мороз или американский Санта-Клаус, как хотите. Это шведский гном. Вообще его зовут Том Тен в Швеции, и это персонаж, который приносит детям подарки. В общем, все как у нас, как Дед Мороз, только Том Тен. Я его когда купила, я его сразу же как-то вот назвала Йо-Йо. Ну вот видится мне, что его зовут Йо-Йо. Я еще не сняла ценник, чтобы вам показать. Стоит такой шведский Том Тен 800 рублей. Я его купила в Оби. В Оби он дешевле, чем в Икее. В Икее маленькие стоят 600 рублей, а этот 800, и он большой. Йо-Йо будет сидеть все видео с нами, потому что мы начинаем рождественские выпуски. Выпуски, связанные с украшением, с декором и так далее. И сегодня наша уже полюбившаяся рубрика «Как в кино». Но сегодня наша киношная рубрика будет по-настоящему рождественской, предновогодней, потому что будем мы говорить о любимом кино «Один дома». И будем мы с вами по деталям разбирать дом Макалистеров, что оттуда можно подчерпнуть, какие у них там есть оригинальные идеи, что у них там есть красивого. В общем, давайте разбирать их дом. Дом огромный, дом наикрасивейший. Нам так казалось в детстве, мы смотрели на это, мы видели эту сказку рождественскую. Нам нравилось вместе с Кевином бродить по этому дому, смотреть на эти огоньки, там висят какие-то чулки на камине, там шишки, тут этот рождественский цветок потрясающе красный. Это все очень красиво, но нужно понимать, это дом киношный, и он о Рождестве, он именно об этом периоде, и создавался он, чтобы мы взглянули на сказку. Но если бы люди жили каждый день в таком интерьере, где красный и зеленый это самые главные цвета, то, наверное, люди бы сошли с ума. Но даже при том, что дом выглядит максимально ярким, каким-то перенасыщенным, там принты на обоях, тут еще и зеленый цвет, и красный, и все это так перемешивается, в глазах рябит, даже при всем при этом он выглядит очень уютно и гармонично, благодаря одной маленькой детали, которая, в принципе, даже незаметна, потому что она уравновешивает весь этот сумасшедший яркий интерьер. Я говорю о белых панелях, которые называются панели буазери. Изначально панели буазери были вообще деревянными, их использовали для отопления, потому что они сохраняли дерево, сохраняло тепло. Сейчас буазери это уже немножко другое. Они могут быть из гипса, из дерева, из полиполистирола, вообще из многочисленного материала их делают. И в интерьере фильма «Один дом» мы тоже видим панели буазери такого белого цвета. И буазери — это тот элемент декора, который делит стены не ровно пополам, может быть, три четверти, может быть, повыше, может быть, пониже. Но давайте на секунду представим, если бы эти панели опустились, белый бы мы цвет убрали, и эти стены были до конца зелеными, красными, этот интерьер был бы очень перенасыщенным, и этот белый цвет, который на три четверти выступает на стену, он как бы его гармонизирует. Это очень классный прием, если вы хотите какой-нибудь активный принт, например, по всем стенам, а не только на акцентной стене, то можно сделать такие вот панели буазери какого-нибудь одного цвета. Не обязательно белого, можно подобрать для вашего интерьера, да хоть синего сделать. Всегда, когда у вас интерьер перенасыщен каким-то принтом или какими-то мелкими деталями, там нужны крупные однотонные пятна. Панели буазери облегчают этот интерьер, перенасыщенный принтами. Второй важный момент, который обязательно используйте у себя дома, это много нижнего света. Нижний свет это вот, например, вот эта вот моя замечательная лампа. В доме Макалистеров очень много разных торшеров, бра, ламп, которые настольные, еще какие-то огоньки подсвечены. Очень много нижнего света, это не считая то, что у них Рождество, и все было украшено еще и огоньками, это еще больше создает уют. Но просто запомните для себя, что когда вы планируете свой интерьер, обязательно продумывайте розетки для множества световых элементов в вашем доме. То есть для торшеров, для настольных ламп, для бра и так далее. Думайте не только о верхнем свете, потому что если вы включите только верхний свет, это будет очень неуютно. Это нужно для уборки, для еще каких-нибудь дел, может быть, когда праздник идет. В принципе, в обычной жизни нам хочется приходить в дом, где уютно, потому что мы устали, нам надоело, то, что все что-то мелькает перед глазами.
И чаще человеку намного приятнее и комфортнее будет включить не верхний свет, а именно вот такую вот лампу и, например, бра, чтобы было чуть светлее. Это, наверное, первый пункт вообще в правилах уюта – нижний свет. Еще я подметила такую деталь, как плитка на столешнице. То есть это не какой-то там керамогранит, искусственный камень, дерево, мрамор, искусственный мрамор и так далее. К такому приему прибегают все реже и реже, потому что столешница – это та часть кухни, которая используется каждый день. Мы постоянно там что-то режем. Многие по лени или просто по нежеланию не используют доски. И столешница должна быть из максимально прочного материала. Плитка – это прочный материал. Но затирка. Затирка часто приходит в непригодность. И если вы, конечно, используете какую-нибудь там плитку, скажем, белую, а затирку черную, то у вас все будет хорошо. Но если вы используете какую-нибудь темную плитку, белую затирку, то она очень быстро придет в непригодность, и нужно будет ее обновлять. И это достаточно часто нужно будет делать, так как это кухня, то, что используется постоянно. Мне очень понравились два момента хранения, которые использованы в фильме «Один дома». Первый – это сковородки и кастрюли, которые подвешены на остров. Во-первых, это очень удобно, они всегда у вас под рукой. В какой-то степени красиво. Например, я это считаю красивым. Возможно, со мной кто-то не согласится, и кто-то считает, что разные кухонные принадлежности должны вообще прятаться глубоко в шкаф. Это, знаете, такое состояние шеф-повара. Если у вас нету верхних шкафов, почему бы не повесить просто на стену сковородки? Не чтобы они вот так вот свисали, а чтобы они просто были к стене. Второй момент, который мне в хранении очень понравился, это полотенце ванны. Сейчас все чаще и чаще мы это делаем, и особенно, когда продумывается дизайн ванны, там, естественно, продумываются какие-нибудь открытые, закрытые шкафчики, закрытые чаще для полотенцев, потому что это красиво в качестве декора, но это не практично для жизни. Все-таки пыль летит, и как-то полотенца, которыми ты потом будешь вытираться, которые чистые, они будут лежать на виду. Сейчас в своих проектах, если позволяет место, и если хотят этого заказчики, да вообще я просто сама стараюсь проявлять инициативу и делать такие какие-то полочки или шкафы, где можно хранить полотенца, потому что это очень удобно, когда у тебя полотенце находится в ванной. Твое стало грязное, ты его снял, кинул в стирку, новое взял. Почему вот так вот в России, в принципе, принято хранить полотенца в шкафу, в спальне или еще где-то, но именно вот в шкафу на верхней какой-нибудь полке. Пятый такой маленький момент, но который мне очень нравится, это когда постельное ваше белье сочетается с обоями. Сочетается с цветом стен. То человек часто не задумывается о том, какая разница, какое постельное белье, а ведь это ваша спальня, это же имеет очень большое значение. Кто смотрит мое видео, вы, видимо, тоже заморочены, как и я, выбором интерьера, декором, стильным домом и так далее. Поэтому давайте подбирать будем ваше постельное белье к вашему дизайну, к вашему интерьеру. И если у вас такие обои, похожие, как в спальне у МакАлистеров, они белые, но с принтом красным, то постельный комплект может быть либо белый, либо красный. Но важно, чтобы он был без принта, потому что если уже принт есть на стене, то его не должно быть на постельном белье. Обратите внимание здесь на сочетание дерева. Меня очень часто спрашивают, как сочетать дерево, что делать, если у нас шкаф коричневый, а стол белый. Ничего, если это подходит друг другу, насчет подходит тут сложно, потому что это может увидеть человек, который либо профессионал, либо у которого развит хорошо вкус в плане интерьера. Вот в доме МакАлистеров это подходит, у них белого цвета буазери, лестница, двери, при этом у них, например, стол и стулья это дуб, а верхние какие-нибудь панели это вообще коричневое темное дерево. Понимаете, это очень сложно объяснить, когда есть перед вами какая-то определенная мебель, вы можете посмотреть не только же по цвету, но и по стилю. Если, например, они по стилю подходят, но по цвету разные, они могут и не спорить, потому что они по стилю одинаковые, то есть это очень такое тонкое состояние, когда ты можешь почувствовать, сочетаются эти вещи или не сочетаются. Вот в данном интерьере это смотрится красиво. И переходим к самому главному, к рождественскому декору. Это то, на что у нас падает взгляд, то, из-за чего мы разглядываем этот фильм просто до мельчайших подробностей. Знаете, мы смотрим на общую картинку, на общее настроение. Это очень атмосферно, потому что весь декор там продуман, действительно подходит к их интерьеру. Ну, например, сейчас, когда я пересматривала «Один дома», чтобы для вас делать скрины, интерьеры и так далее, я натыкалась на какие-то вещи, которые я раньше не замечала. Кстати, очень красивый и популярный декор в наше время, в новогоднее время, это щелкунчики. Сейчас, когда я ездила и покупала декор для каких-то своих объектов, я очень часто встречала щелкунчиков. И они настолько красивые, они там маленькие, большие, но они очень красивые были. Например, в Уби были вообще хорошие по ценам, и просто они очень красивые, симпатично смотрятся. И я думаю, что под елкой, если у вас нет ребенка, если у вас нет животного, и вы что-нибудь можете ставить под свою елку,
то ставьте щелкунчика. Мне кажется, что самое важное в интерьере рождественском Макалистеров — это множество огоньков. Куда ни взглянешь, на елке, на камине, на столе украшает дом, как инсталляция. Снаружи экстерьер украшает, интерьер внутри украшает. В общем, огоньков множество. Если, например, у вас ребенок, который срывает игрушки с елки, такое бывает, как мне рассказывали мамочки, я правда не знаю, у меня идеальные животные, и елки их не интересуют. На эту тему есть идеальная картинка, как собака свалила елку, сидит перед хозяином, такая смотрит на него и говорит: «Как хорошо, что ты вернулся, елка потеряла сознание!» Так вот, для вас, кто не может повесить себе игрушки на елку, кто не может себе позволить эту роскошь, предлагаю просто оформить огоньками ее. Это тоже очень здорово смотрится, когда у вас стоит просто елка без единой игрушки, и она вся обвита огоньками. Главное, чтобы елка горела. Ну что, до Нового года 45 дней. Я очень рада, что приближается этот долгожданный праздник, всеми любимый праздник. Я лично его обожаю всей душой. Настолько сильно, что у меня даже слезы наворачиваются, когда я о нем говорю. Скоро выйдет очень классных много новогодних видео о том, как сделать декор своими руками, как оформить ваш интерьер, как засервировать стол к Новому году. Все уже постепенно снимается, поэтому жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на канал, вам тогда будут приходить уведомления о том, что видео вышло. Всем огромное спасибо за просмотр, всем пока. В общем, всегда насыщенный принт должен чем-то... Слово, как это по-русски? Всегда. Что всегда? Пример. Там есть природное сочетание. И если вдуматься, роза пахнет розой. У вас всегда они по-другому. У вас всегда они по-другому. Это будет очень сейчас странно, конечно, звучать, что у него в попе шарики, но у него реально в попе шарики.